Капец. Пшик, пшик. Все? Ты и так вкусно пахнешь. Я мама с бутылкой. Всем привет, ребята. Вы на канале Веди и Дана. И сегодня у нас с Даной супер челлендж. Мама или дочка. Сегодня мы с Даной будем либо мамой, либо дочкой. Я хочу, чтобы сегодня мама была нормальной мамой, а дочка нормальной дочкой. Не хочу, чтобы мама была в памперсе и накрашенной. И не хочу, чтобы дочка была на каблуках, потому что это будет очень странно. Смотрите, что у нас здесь есть. У нас сзади лежат каблучки и чипчики, и слюнявчики. Короче, детская и взрослая. Ну что, Дан, ты готова начинать? Точно? Ну все, тогда я беру баночку нашу. Давай, перемешиваем наши бумажечки. Давай, бери. Интересно, что же попадется Дане? Так, что это? Погремушка, Дана, я тебя поздравляю! Бери погремушечку. Ребята, Даня, погремушка, смотрите! Ну все, Дан, ты уже на полу ребенок. Нет, ну ты и вправду сейчас ребенок, и я ребенок. Но теперь ты еще малыш. Так, теперь моя очередь. Я беру, перемешиваю и достаю. Так, моя рука застряла. Дана, давай мне. Так, посмотрим, что же мне. Я надеюсь, не памперс. Бутылочка с молоком. Дана, давай мне бутылочку с молоком. Поздравляю. Поздравляю, спасибо. Мы с Даной уже два малыша. Тональный крем у Даны. У меня здесь тени для глаз. Так, первый глазик. Сейчас. Второй глаз. Вот, это на щечке. Ты тоже красишься? Да. Молодец. Все, я готова. Я еще не готова. Что Дана делает? Ребят, посмотрите. Тональный крем. Ребят, посмотрите, какая Дана смешная. Да, ты очень смешная. Бери уже свою погремушку. Так, и сейчас моя очередь, да, моя очередь. Оп, бутылочка. Вот бумажечка. Так, посмотрим, что мне. Духи. Ну хорошо, хотя бы не памперс, потому что я не хочу одеть памперс. Пшик, пшик. Все. О, я так теперь пахну вкусно. А я? А ты и так вкусно пахнешь. Давай, Дан, вытаскивай бумажку. Чепчик на голову, ура! Я не буду в чепчике. Это так круто, потому что я не хочу ни в чепчике, ни в памперсе быть. Готово, ребят, посмотрите. Она у нас теперь на полу малышка. Ну, больше уже малышка, чем, конечно, мама. Так, теперь я. Дан, ты такая классная. Посмотрите на нее. Да, она такая смешная. Ура, ребята, угадайте, что у меня. Да, ну угадай, что у меня. Мама. Нет, я же радуюсь. У меня сумочка. Самая настоящая сумочка. Вот она. Так, сейчас я ее одену. Так, твоя очередь. Давай вытаскивай. Мне так интересно, кто у нас будет мамой, а кто будет дочкой. Ну, я так понимаю, что мы будем на полу мама, на полу дочка. Ну, ладно. Так, что у тебя? Румяна? Вот это повезло, да! Повезло мне. Не повезло тебе. Смотрите, когда она красится. Ну все, да, ты уже очень прям накрашена. У меня только глаза накрашены, и все. Ладно, моя очередь. Она пока красится, а я вытаскиваю бумажку. Так, посмотрим, что тут у меня. Блеск для губ. Да, хватит уже краситься. Мне нравится просто. Все, я готова. Почти. Я готова. Посмотрите на Дану, она такая милашка. Так, теперь очередь твоя. Давай посмотрим, что там у тебя. Соска! Ура! У меня соски не будет, ура! Смотрите, какая Дана теперь все милашка. Только вот если бы она была не накрашена, было бы вообще просто супер-супер-супер класс. Ну ты, в принципе, и так нормальная. Тушь. Тушь для ресниц, ура! Круто, вот мне везет. Я как раз не хотела быть малышом, поэтому мне повезло. Так... Конечно, когда ты не видишь себя, очень тяжело накраситься. Ты мама, малыш. Ай, я тебе в глаз попала. Я мама с бутылкой. Ну, может быть, никто не поймет, что я мама с бутылкой. Так, давай, твоя очередь. Вот сейчас прям будет круто, если бы ей попадется памперс. Это вообще будет просто круто. И тебе пюре для детей. Я не буду это пробовать. Ты ж не разговариваешь. Это очень вкусная пюрешечка. Не хочу. Будешь. Не будешь? Ну хорошо, ладно, она не будет.
будет пробовать. Она не будет. Это вот такое вот детское пюрешечко. Теперь достаю я. Стой, не-не-не, я. Ты же только что достала. А что здесь у меня? Памперс! Нет! Нет, пожалуйста. У меня памперс, а у Даны слюнявчик. О, все, я теперь точно буду мама в памперсе. Я думаю, он порвется. Ну, он не налазит просто. Ну что, мне вот так ходить, что ли? Ой, порвался. Ладно, будет на одной ноге. Там еще есть бумажки, ребят, круто. Давай, Дан, доставай. Я, кажется, знаю, что это. И это же... туфли на каблуках! Дана, ну все, это капец. Ребят, ну как вам? Мне кажется, это малышка... на каблуках. Ну да, в принципе, я все правильно сказала. Так, ладно, вытаскиваю бумажку я. Сейчас посмотрим, что там у меня. Пудра! Пудра для личика. Да, ты, конечно, у нас крутая. Так, я наношу пудру свою. Все, ребята, бумажки кончились! Ребят, я думала, что я сегодня буду полноценной, нормальной мамой. Хотела так красивенько одеться, быть такой модной, но нет. К сожалению, я мама в памперсе и с бутылкой. А Дана у нас вообще... Малыш малышом, но два минуса. Она на каблуках и накрашена. Ну что ж, ребята, если вам понравилось это видео, то что надо сделать, Дан? Что это такое? Поставить лайк. Написать комментарий внизу там и подписаться на наш канал. Мы вас любим. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. А оно будет скоро.